Приветствую вас. Честно говоря, странно немного выглядит ваш вопрос. То есть, вот вы говорите, что, значит, что вы постоянно улыбаетесь. Вот некоторые говорят, что как дурак улыбаетесь. Вот. Мне кажется, что здесь в первую очередь важно отметить именно то, что вас сильнее всего беспокоит. Если вас беспокоит сильнее всего то, что говорят другие люди о вас, да? Ну, это одно. Это означает, что у вас есть трудности с восприятием, мнения, да, мнения других людей. Вот, если, ну вот, именно задевает то, что говорят другие люди о вас. Если говорить просто про улыбку, как таковую, вот, то мне кажется, что у улыбки ничего плохого нет. Вообще, совсем ничего плохого. То есть вы улыбаетесь, и это здорово, что вы улыбаетесь. Но, с другой стороны, если вы не можете контролировать то, что вы улыбаетесь, если вы не можете это контролировать именно, здесь, конечно, вопрос довольно серьезный, на самом деле. То есть, если вы не можете контролировать свою улыбку, да, то это означает, что у вас, скорее всего, есть некий защитный механизм. Вот. То есть, вы защищаетесь таким образом, вот, от чего-то. И мне кажется, что, ну, работать в первую очередь, ну, нужно именно с этим. Именно с тем, от чего вы защищаетесь. Конкретно. Вот. То есть мне представляется ситуация такой, мне представляется ситуация так, вот. А в целом, если улыбаться вам нравится, если это то, что вы хотите, если вам это все по душе, да, то я думаю, что и улыбайтесь на здоровье, вот, если нравится, улыбайтесь на здоровье, если хочется улыбаться, улыбайтесь на здоровье, если вас это устраивает, если вам нравится, какие могут быть проблемы, трудности, вот. Еще раз повторю, улыбка это часто, это именно защитная реакция, защитный механизм. Вот. Понимаете? Какая история. И если для вас улыбка это именно защитный механизм, да? Вот. То в таком случае нужно, конечно, нужно отдельно смотреть, от чего вас
этот механизм защищает, да? Вот, например, вы говорите, что, значит, когда мне, например, делают комплимент, да? Вот. Ну, вы как бы говорите, да, когда мне делают комплимент, я улыбаюсь. Что это значит? Это значит, что комплименты вы, скорее всего, значит, принять не в силах. Ну вот вы сами, принять комплимент не в силах. Вот. И тут, конечно, очень важен этот момент. То есть улыбка может быть как проявление стыда. Улыбка может быть проявлением стыда. Вот. Хотя это, конечно, не точно. То есть понятно, да, что это нужно смотреть, нужно анализировать, нужно это подтверждать. Вот. Потому что, ну, так вот это просто предположение, по сути дела. Вот. Чего бы мне не хотелось бы предполагать. Вот. А дальше идем. Значит, как можно выглядеть серьезнее и улыбаться только когда это действительно необходимо? Я бы не ставил целью именно выглядеть серьезно, знаете, а я бы скорее поставил цель, знаете какую? Я бы скорее поставил бы цель определить, что за этим стоит. Вот. То есть, что стоит за вот вашей улыбкой. А именно цель, значит, выглядит серьезнее, это можно довольно быстро стать, например, слишком занудным, ну вот, довольно быстро можно забыть, как-то быть несерьезным, ну вот. То есть это все, на мой взгляд, не то, что вам нужно, это все, на мой взгляд, не то, что действительно важно, ну для вас, вот, если говорить, да, именно, вот, и, ну, если говорить именно о том, что вот, я думаю по этому поводу, да, вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, да, то есть здесь я все-таки все же думаю, что нужно более подробно анализировать. Улыбка это следствие. Это следствие, значит, каких-то ваших состояний, это следствие ваших привычных для вас моделей поведения, вот, и, соответственно, нужно сначала воссоздать весь этот процесс, да, то есть, ну, внутренний процесс, как вы приходите к улыбке, вот, после чего уже будет понятно, что можно будет делать с этим, вот, потому что, ну, как бы улыбка может быть вызвана чем угодно. Вот, то есть пока подумайте просто над тем, когда вы стали улыбаться, примерно, да, то есть с какого момента началось. Вот.
Подумайте просто об этом. Пока что. Я думаю, что это в любом случае вам пойдет на пользу. Вот. Так, значит, я постоянно улыбаюсь, когда делают комплимент, когда говорю с кем-то и т.д. Ну, нужно просто на этом заострить внимание. Я бы не рекомендовал бы использовать, например, НЛП, да, технику НЛП, допустим, для того, чтобы избавиться от улыбки, потому что улыбка вам для чего-то нужна, и так просто ее пресекать я бы не рекомендовал. Вот. Тут важны именно причины, именно мотив, мотивация нужна. Если захотите разобраться, выбирайте себе любого эксперта на нашем ресурсе и начинайте работать более подробно на эту тему. Вот. Подумайте также над тем, вот, чем, по вашему мнению, вредит улыбка вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!